Всем добрый день, дорогие друзья, всем здравствуйте, добрый вечер, наверное, уже, да? Меня зовут Ришат Русбакиев, я специалист компании LG. Рад приветствовать вас на нашем прямом эфире в аккаунтах LG Electronics KZ и Sulpak. Вы давно нас просили провести такой эфир, вы запрашивали в комментариях, в директе. И вот, наконец-то, мы проводим этот прямой эфир о холодильниках side-by-side от компании LG. И сразу такой небольшой экскурс. Что такое side-by-side? Это холодильник, стандартный двухдверный, ну то есть не совсем стандартный, если можно так сказать. Это холодильник, у которого справа находится холодильная камера, объемная, и слева находится морозильная камера. То есть посмотрите, насколько объемный данный холодильники. Конечно, есть такие же холодильники четырехдверные, или как мы называем их, мультидор. Их отличие, размер такой же, но только холодильная камера будет находиться сверху, камера находится снизу. Но мы с вами сегодня поговорим именно о холодильнике LG GCQ247CADC. Вы узнаете все его характеристики, вы узнаете, в чем его преимущество, что это за стеклянная такая дверца, зачем она нужна. И также вы получите ответы на вопросы, которые вас интересуют. Если вы не в первый раз, и наверняка вы уже не в первый раз смотрите наши прямые эфиры, то вы знаете, что делать. Оставляйте свой вопрос, прошу прощения, в специальном поле внизу в комментарии. Мне его зачитают, и я обязательно отвечу на данный вопрос. Ну что, поехали. И начнем сразу, давайте начнем с такого небольшого информативного блока. При покупке данного холодильника и подобного холодильника с технологией InstaView, чуть позже расскажу, что такое InstaView, вы получаете в подарок 100 бутылок от Coca-Cola. То есть это уникальная акция от компании LG и Coca-Cola. Ну и при этом вы можете без проблем приобрести данные холодильники в рассрочку в магазинах Sulpak. Бегите в ближайший магазин, приобретайте. И также по каскаду. На второй продукт в чеке у вас будет 30% скидка, на третий будет 50% скидка. То есть это очень суперские акции, очень интересные, и вы получаете реально очень много бонусов, очень много плюсов. Ну и давайте пойдем к самим холодильникам, к самому холодильнику, и первое поговорим о стеклянной дверце, а именно об InstaView Door & Door. Задумывались ли вы когда-нибудь, как часто вы открываете холодильник у вас дома? Лично у меня дома такая средняя статистика, которую приводит приложение с управлением через Wi-Fi, 62 раза. То есть это очень много. 62 раза мы открываем дома холодильник в среднем каждый день. А представьте, сколько это холодного воздуха выходит, сколько это потребление электроэнергии. При этом, мы просто зачастую заглядываем в холодильник. С кем не бывало такое, что мы подошли к холодильнику, открыли его, посмотреть, есть ли что-нибудь вкусненькое. Закрыли, через 30 минут возвращаемся, все так же, ничего не изменилось. Компания LG придумала такую дверцу, которая называется InstaView Door & Door. Это специальная стеклянная дверца. Достаточно по ней постучать дважды, и вы увидите все, что находится внутри. То есть вам достаточно просто посмотреть. Данная подсветка работает примерно 12-15 секунд, после чего сама отключается. Допустим, вы увидели, что вам нужен сок для ребенка. Вы увидели его на данной полочке, и вы открываете теперь не весь холодильник целиком, всю дверь. Вы открываете маленькую дверцу за ручку, достаете то, что вам нужно, и закрываете маленькую дверцу. Если же при этом вам необходимо, допустим, соус какой-нибудь или само блюдо в небольшом контейнере, то вы без проблем открываете основную дверцу и достаете то, что вам необходимо, закрываете. То есть у вас появляется время на поиски, то есть открыто, просто стучите два раза по стене прозрачной. Эта фишка позволила компании LG всего лишь до более 1 миллиона технологий. Давайте перейдем дальше. Посмотрим, что внутри у данного холодильника имеется. И первое, второе, да, по важности, преимущество Door Cooling Plus. В обычных холодильниках холодный воздух подается только из задней стенки. При этом на двери температура значительно выше бывает. У компании LG есть дополнительный воздуховод в верхней части, в передней, который подает холодный воздух на дверь. Благодаря этому мы получаем на 30% более равномерное и быстрое охлаждение. То есть вы закладываете сюда продукты в ваш холодильник, и они на 32% равномернее охлаждаются, при этом сохраняют свежесть. То есть даже через несколько дней продукты будут как будто бы свежими, благодаря тому, что нет огромной разницы
температур между задней стенкой и дверью. Идем дальше, мы видим стеклянные полки, не бойтесь, полки из закаленного стекла, они выдерживают большие нагрузки. Те, кто любят хранить внутри холодильника блюда в казане или в кастрюле, или объемные какие-то посуды, можете не бояться, полки выдерживают до 150 кг. Конечно, 150 кг это сложно заложить в холодильник, но все-таки компания LG настолько уверена в своих стеклянных полках, что предоставляет вот такие данные. 150 кг выдерживают данные полки. Идем ниже, у нас имеется специальный фильтр внизу, который называется Hygiene Plus. Он светится таким синим цветом, это специальный пятиступенчатый фильтр. Если вы готовите луком, с чесноком, и при этом холодильник может неприятно пахнуть через какое-то время, вы можете без проблем включить данный фильтр через дисплей. В нем имеется 5 ступеней очистки, и при этом он избавляет не только от запахов, но и плюс от аллергенов и бактерий. И его еще не нужно чистить, он самоочищается благодаря ультрафиолетовой LED-лампе. То есть внутри будет эффект, подобный кварцеванию в больницах. То есть полностью внутри воздух будет на 99,9% защищен от аллергенов и бактерий, и плюс еще от запахов. Никаким запахом не пройти через данный фильтр, и у вас в холодильнике не будет неприятных запахов. Переходим дальше, имеется специальная полочка. Если все-таки у вас, вы боитесь за запахи, то в эту полочку, которая называется Utility Box, посередине вы можете ставить сыры, колбасы, нарезки, что-то с чесноком, ну опять же то, что сильно пахнет, вы можете ставить и задвигать данную полку. Маленькая щель нужна для того, чтобы просто воздух циркулировал, но при этом запахи выходить не будут. Ниже мы видим две полки для хранения овощей и фруктов. При этом данные полки имеют специальную ячеистую крышечку. То есть крышка не обычная, со специальными ячейками. Данные ячейки, если вы помните из предыдущих эфиров, они поддерживают влажность, то есть в них скапливается влага. При этом она не падает на сами продукты. Данные капли, они испаряются, если необходимо повысить в данных ящиках влажность. Если влажность повышать не нужно, то они держатся в данных ячейках. При этом данная технология действительно работает, и вы можете просто выбрать для хранения фруктов или овощей влажность. Если вы выставляете овощи, то влажность будет на 20% выше, чем при хранении овощей. Овощи и фрукты продержатся значительно дольше, продержат свою свежесть, и вы получите даже через несколько дней, даже через 5-6 дней, те же самые помидоры, такой же свежести, как будто вы только что сорвали их с ветки у вас в огороде. Морозильную камеру хочу еще раз показать. Также полки из закаленного стекла, также выдерживают доступ. И что немаловажно, у нас появляются еще дополнительно дверные корзины, то есть на двери есть возможность также хранить какие-то продукты. Допустим, фарш. Поставьте на данную полку, и вас не занимает фарш целую полку в самом холодильнике. Или же вы можете заморозить различные ягоды, замораживать и также убирать на данную полку. Ну а я напоминаю, что всю информацию по холодильникам вы можете найти на сайте lg.com/kz, выбрав бытовую технику и фильтр холодильники, или же на сайте sulpak.kz, выбирайте техника для кухни, холодильники и ставите фильтр на LG. При покупке данного холодильника LG InstaView Door & Door модели GCQ247CADC вы получаете в подарок 100 бутылок Coca-Cola Zero, то есть вы получаете... Ну, почти трехмесячный запас Кока-Колы в середине лета. При этом вам нужно будет зарегистрировать чек покупки на специальном сайте. И также вы можете приобрести данный холодильник по каскадным скидкам. На второй продукт в чеке 30% скидка, на третий продукт в чеке 50% скидка. И еще маленький плюс. У вас будет от компании Sulpak дополнительно купон на скидку до 50% на следующую покупку. То есть, приобретя сейчас холодильник, вы можете получить 50% скидку на следующий товар, который вы захотите приобрести. Все условия уточняйте у продавцов в магазине или же звоните в колл-центр 3210 для Sulpak, 2255 для компании LG. У нас есть вопрос. Габариты холодильника. Очень интересный вопрос. Потому что side-by-side холодильники, они больше стандартных, которые на 60 сантиметров. Но это видно. Ширина данных холодильников 91 сантиметр и 2 миллиметра. При этом высота 1,80 м. И глубина отличается. В среднем глубина 74 сантиметра.
То есть обязательно при покупке данного холодильника рассматривайте место, куда вы будете ставить, и желательно сразу же предполагайте, как вы будете заносить домой, потому что в стандартных квартирах или домах дверь глубиной 60 сантиметров. Если у вас такая дверь, то вы можете дополнительно приобрести услугу по снятию дверей, вносу в квартиру и установке дверей обратно. Всю информацию уточняйте в магазинах Сулпак. Еще у нас вопрос. При данных габаритах объем холодильника сколько? Объем холодильника — очень тоже интересный вопрос. Холодильник широкий, довольно-таки большой, нестандартный. Объем холодильной камеры составляет 406 литров, при этом это полезный объем. Морозильной камеры 220 литров. То есть общий объем холодильника вы получаете 626 литров. Просто представьте, сколько это продуктов, которые вы можете складывать внутри. И при этом, ну, сейчас блюдо в кастрюлях, казанах, без проблем ставите казан в холодильник. Но не готовят окрошку в кастрюлях, это готовится в кастрюле в большой. А дом кастрюлю также холодильник без проблем, полки выдерживают большие нагрузки. Ну и давайте я вам немного расскажу о дополнительной технологии в холодильниках компании управление достаточно сложной камеры, и мы увидим здесь индикатор. Это управление помощником от Яндекса Алиса. То есть вам достаточно Алиса, температуру холодильника меняется. При этом у вас 17. Не нужно оставлять до, вы при помощи голоса управляете вашим холодильником. Плюс еще маленький такой небольшой. Диагностировать вашу технику также посредством Wi-Fi через приложение LG. Диагностика у вас займет меньше 10 секунд. При этом там же через вы можете связаться непосредственно с сервисным центром. А если вы хотите позвонить в колл-центр, можете набирать 2255 для колл-центра LG и 3210 для колл-центра Сулпак. Всю информацию вам там обязательно расскажут и подскажут по различным акциям, подаркам и ценам на ту или иную технику. Еще вопрос. Цена данного холодильника. Цены вы можете все уточнить на сайте sulpak.kz, выбрав бытовая техника, точнее техника для кухни, холодильники и выбрав фильтр LG. Но именно данная модель GCQ247CADC в магазинах Sulpak на данный момент стоит 829 990 тенге. Просто представьте этот объем. Также хочу напомнить, что на каждый второй или третий товар в чеке у вас будет скидка 30 или 50%. И при этом вы получаете купон на следующую покупку на скидку до 50%. И маленький такой плюс, который я хочу рассказать, это про лоток для льда. Он теперь уже не стандартный, не нужно стоять, ждать, пока заморозится. Ну, то есть нужно ждать, пока заморозится, но не нужно будет уже вот этот лоток ломать вручную. Все, что нужно сделать, это выдвинуть дверной лоток, залить сюда воду, задвинуть обратно. Через определенное время, как только образовался лед, здесь сбоку имеется специальная ручка. Мы крутим, но крутим не просто так, а крутим до конца. Лоток для льда снимается, вам уже не нужно руками ничего делать, только несколькими пальцами. Весь лед высыпается в специальный держатель, и вы его можете вытащить и поставить на стол. Допустим, если у вас гости, если у вас вечеринка, даже вот эту прозрачную, вот этот прозрачный ящичек небольшой поставить на стол. При этом в нем также можно, маленький такой лайфхак, в нем также можно хранить различные замороженные ягоды, допустим, малину, клубнику, то есть занимает не так много места, и при этом он находится на двери. В любой момент вытащили его и лакомитесь замороженной клубничкой или малиной. Вот, при этом устанавливается он также очень просто, просто поставили и задвинули. Если у вас есть вопросы, задавайте прямо сейчас, у нас осталось несколько минут, у нас есть вопрос. При покупке холодильника как получить Coca-Cola? При покупке холодильника, это про акцию у нас уже идет вопрос, как получить Coca-Cola, то есть 100 бутылок Coca-Cola. Все очень просто, переходите на сайт lg.com/kz, там вы увидите огромный баннер, точно такой же, с холодильником.
вот этой вот трубочкой со льдом, то есть настолько аппетитно, что захочется даже колу выпить, пойти в магазин купить. Но теперь уже при покупке данного холодильника вам не нужно идти в магазин покупать. Вы получите 100 бутылок. Вы нажимаете на этот баннер, переходите на специальный сайт, регистрируете чек, который вы приобрели, который вам выдали в магазине на кассе, и в течение 14 дней с вами связываются обязательно и договариваются о дате и времени доставки, который вам будет максимально удобно. Обязательно минимум должно пройти 14 дней, то есть с вами свяжутся. Вы можете, конечно, написать нам все данные в директ. Напоминаю, наши социальные сети LG Electronics KZ и Sulpak. Мы обрабатываем абсолютно каждый запрос по отдельности. Мы все просмотрим, проверим вашу информацию и также сообщим вам, когда вам доставят Coca-Cola ваши 100 бутылок при покупке холодильника GCQ247CADC. Итак, если у вас не осталось вопросов, я напоминаю, что вы можете все равно их оставлять в сохраненном посте. Данный эфир будет обязательно сохранен. Лайкайте, комментируйте, запрашивайте еще, какие прямые эфиры вы хотите получить, какие вы хотите посмотреть, о чем вы хотите узнать больше всего. Ну а с вами был Ришат Рузбаки, специалист компании LG. Всем спасибо за внимание, всем до скорых встреч!